На очередном заседании правительства были рассмотрены несколько проектов постановлений о внесении изменений в региональные программы. Просьба сейчас согласовать все изменения до буквально вторника следующей недели, после чего нам необходимы уже очень короткие сроки. Мы с Алексеем Сергеевичем уже это обсуждали. Сроки очень жаркие, но в июле месяце мы должны быть с вами изменения бюджета для того, чтобы обеспечить все обязательства, которые мы взяли перед руководством страны, пройдя в нас проект, и, соответственно, перед нашими жителями. По линии Министерства образования члены правительства продлили профильную региональную программу до 2024 года и включили новые мероприятия. Сделано это для участия в конкурсах, объявленных Федеральным министерством просвещения. На следующей неделе завершается уже подготовка документов на конкурсы. И тут порядка 10 мероприятий, в которые мы планируем принять участие. Это позволит нам на перспективу до 2022 года привлечь не менее 500 миллионов рублей. Благодаря экономии на торгах и внутренним корректировкам по программе здравоохранения удалось перераспределить около 6 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт Новоульяновской районной больницы, областного противотуберкулезного диспансера, дневного стационара 5-го отделения детской поликлиники. Кабинет министров одобрил изменения в законодательство, регулирующее предоставление выплат за содержание ребенка в семье опекуна или приемных родителей. Ранее в пакет документов входила справка, содержащая сведения о лицах, проживающих заявителем. Теперь она исключена из перечня.